Всегда у мужчин нет времени, поэтому делаем ночью. Не из-за того, что темно, а из-за того, что время ночью свободное. Сейчас будем полировать фары. Для того, чтобы заполировать, мы заклеиваем кузов машины, чтобы не было никаких шкарябин от шлифовки, чтобы было. Короче, первая стадия, заклеиваем, подготавливаем фары. Почти приготовили к тому же шлифовать. Вот такая она слегка желтоватого цвета, вот здесь видно. И здесь посмотрим, как получится потом. Так, вторую фару заклеиваем двумя цветами изоленты. Красная и черная. В три ноги. Не видно, красная видно. Поехали. Время пошло. Так, открываем Detailing Studio. Пишите заявочки внизу, оставляйте. Итак, чтобы отшлифовать фару, сначала наносим брызгалку воду. Желательно кока-колу или что-нибудь в этом роде. Наждачку берем 1500. Где она там? Покажи. Вот. И... короче, и коски фару счищаем крупные сначала и водой поливаем. Все сделано профессионалами, не повторять дома. Да, да. Точнее, каскадерами, на улице. Каскадерами. Вот она сначала чуть-чуть как, типа матовая, да, такая становится, а потом уже сходит по-другому. Не буду. Чувствуешь что-то? Да, да, вот видишь, вон она идет. Потом будем другим размером наждачки делать. То же самое. Итак, такую же операцию делаем на второй паре. 1500 микрон наждачка. Грубая считается. Счищаем самое грубое, так сказать, коцки поверхности. Вторая стадия пошла у нас, 2000. Поверьте, что это 2000, а не 20. А то бы минус фара. Минус фара, да. После полторышки матовая стала, так сказать. Замотовала. Вон, покажи на той паре. Да, вот видите, какая здесь находится. То же самое здесь. Потом посмотрим на результат. Итак, подготавливаем поролоновую губку полировки. Чистим щеткой. Потом будем полировать. Где нанесли, так это первый, вот эту вот пасту. Вот такой фирмы. Сейчас посмотрим, как будет полироваться. Скорость небольшая. Нормально или что-то? Ну, главное не сильно, чтобы горячая была. Причем это паста, да, маловато? А? Я тоже думаю, я побольше делал. Давай. Тут лак не сжечь. Давливаем эту фару. Вот это.
которая еще не отполирована. Итак, закончили полировку, включили фары, смотрим, как оно светит. Протираем всякие нюансы. Вот как получилось. Вот так получилось. В общем, результат есть хороший. Сейчас будем снимать изоленту. Последний этап, завершающий. Лев, ты что? Ты посмотри, что это там написали на видео. Да, написали там. Он сказал, что все есть. Да? Да, да. Итак, закончили полировку. Вот такой вот результат получился. Сейчас покажу инструмент, который мы использовали при полировке. Значит, наждачку 1500, 2000, 2500. Шлифовочный круг такой поролоновый. Пасту и тряпочки. Кому понравилось, пишите.